this. And I can't wait to go, go, go. We're gonna mash potato to a jukebox tune. Park your car, need an August moon. We're on vacation till the start of a folks. B-A-C-A-T-I-O-N. We're gonna have a ball, потрясающее событие, рекорд по Волге, на гостеприимной нижегородской земле. Мы прыгаем и потрясающе проводим время. Запотели. Реально ничего не видно. Ну вот мы и прыгнули. Первый прыжок в городе Нижнем Новгороде. Очень здорово, позитивно, прикольно. Мне понравилось. Набирали, правда, высоту не очень в облаке. Телку колбасило. Да. Было неприятно. Всем. Значит, включили свет, открываем калиточку, начинаем бодро вылезать. Да? По моему сигналу швидко отделяемся. Все понятно? Очень хорошо, приготовились. По секторам.
давай, говори, да. Ну что, я так понимаю, что это был крайний? Нет, это нет, еще будет? Ну отлично, тогда мы все-таки сделаем еще лучшего. Это вот превосходно. Вот это вот замечательно. Вот это вот просто великолепно. Мы сделаем еще лучше. Ну все уже. Скажи. Все, перестал снимать? Теперь скажу всю правду. Я вижу, вам горит. Серьезная просьба, большая просьба. Собраться. Собраться вот так, я не знаю. Мы идем на рекорд. Нам надо это сделать. Ну что хочется сказать, что уходящий 2006 год, он на самом деле насыщен был достаточно серьезно событиями всякой разной величины, как говорится, и мировой рекорд, и рекорд России, и наш традиционный беговой буги, которые прошли достаточно интересно. И вот в конце этого года, осенью, ребята из Нижнего Новгорода решили провести мероприятие, которое, с одной стороны, для них новое, как для клуба. С другой стороны, пару лет назад был у них такой рекорд по Волжье. Мы подъехали и помогли им собрать 15 человек в воздухе. И в этот раз была затея с двух бортов положить формацию 40 человек. Рекорд, новый рекорд по Волжье. Но технические возможности аэроклуба не позволили провести именно это мероприятие таким образом, потому что, ну, не было двух бортов. Да, и погода была трындец. Ладно. Рекорд мы все-таки сделали. И это событие всегда
Останется наши сердца. А сейчас наш пилот Виталик покажет высший пилотаж на L410.